Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Это Клоун Дрон in the Danger Zone, и, возможно, вы задаете сейчас вопросом, какого хрена ты опять начал в нее играть? Ты же обещал, что больше уже не будешь, потому что она тебя уже достала. Она реально меня достала, но сегодня мы с вами не будем проходить вперед, мы не будем делать какие-то рекорды ставить, не будем париться, мы просто с вами попробуем одну тактику, которую предложили в комментариях, причем неоднократно предлагали в комментариях. Эта тактика называется робот-танк, то есть мы должны превратить нашего робота в самый настоящий боевой танк, не в какого-то там джедая вшивого, а на самом деле, что прям махина, которая будет всех уничтожать. Тактика очень простая, вы наверняка уже, может быть, даже знаете ее. Я просто хочу проверить, насколько она будет действовать, настолько ли она реально такая вот суперовая, что можно, в принципе, вообще ничем больше не пользоваться, только ей дубасить. Сначала нам нужно немножечко подпрокачаться. Тактика заключается в том, что мы должны с вами прокачать по максимуму молот, и мы должны с вами прокачать по максимуму джетпак и энергии дофига набрать. И тогда с помощью тарана мы можем уничтожать всех возможных врагов. Самая проблема, конечно, в лучниках остается, потому что лучники у нас не отбиваются молотом. То есть если стрелы в нас полетят, то будет очень и очень плохо. Начнем с чего? Давай начнем, конечно, с молота. Это займет, конечно, какое-то время. Нам необходимо будет прокачаться. Этим будем заниматься осторожненько, помаленьку, потихоньку будем сейчас продвигаться вперед, чтобы обрести необходимые улучшения, которые дадут нам возможность потом пользоваться этой тактикой. Так, все сюда спрыгиваем. Сейчас мы от лучника избавимся. От лучник. Пум! Все. Туловище с плеч. Нет, туловище с таза. Смотри, трое, прям вот. Вот прям вообще, ты посмотри, как эти. Как богатыри какие-то. Давай. Опа. 33 богатыря. У нас не 33 богатыря, у нас 3 богатыря всего лишь. Опа. Вот это самая действенная тактика против наших стандартных свордменов первого уровня. Единственная проблема, что когда он начинает замахиваться, он еще назад отводит свой меч. И у меня были такие случаи, когда он просто отводя назад свой меч, он задевал меня. Поэтому к нему лучше близко не подходить. Особенно, если он начинает рубить. Лучше атаковать первому, конечно. И атаковать сбоку, а не сзади. Так, едем дальше. Что мы сделаем? Давай-ка уже, наверное, попробуем сделать джетпак. Вот, начнем сейчас практиковать эту тему. Берем, значит, наш молот и поехали. Одна всего лишь у нас ячейка энергии есть. Вот, смотри, вот самое время попрактиковаться. Давайте попробуем. Так, поехали. Бам! Ну, неплохо. Неплохо, я скажу. Что, двоих завалило? И сколько там было? Ай. Ба-бам! Отлично! По-моему, меня кто-то долбанул, нет? Слушай, ну неплохо. Неплохо, мне нравится. Давай-ка вот этого избавимся. Негодяя. Ба-бам! Только единственный момент, конечно, если я вдруг где-то заторможу по пути, будет очень и очень неприятно. То есть меня могут соседним молотом каким-нибудь загасить. Вот так вот. С двух раз, то есть я, если просто в него втыкаюсь этим молотом, то не очень много урона, смотри-ка, носит. Это он был у нас на одной ноге. Это значит, что... Давай. Опа! Так, смотри, я его реально не могу убить. То есть я как бы его толкаю, он наносит, видимо, какой-то урон, но не полный урон. Так, вот с двух таких толчков получилось. Это причем обычный свордмен, если быть правильно. Первого уровня всего лишь у нас мечник. Так, ладно. Но, смотри-ка, получается, что не только таран наносит удар, но еще, если мы еще бьем, как бы, вот фактически удар приходится на бота в момент, когда мы едем, то тогда у нас, конечно же, урон максимальный происходит. Что мы будем делать? Сделаем хаммер второго размера или джетпак. Давай, знаешь, что сделаем? Мы сейчас сделаем лук на всякий случай, потому что вдруг у нас будут лучники. Эти лучники будут, естественно, нас донимать. Может быть, нам придется все-таки от них избавляться как-то. Так, сразу берем. Вот они, вот смотри, о чем я как раз говорю. Ну, они бегут на меня. И, в общем-то, это не страшно. Сейчас попробуем их убить этой супер тактикой. Так, у нас один хаммербот второго уровня. Вау! Вот о чем я и говорил. Что можно просто попасть. Попасть очень даже хреново. Так, убиваем! Вот еще раз, да, у нас молот не отражает стрелы. А это значит, что будет очень плохо сражаться с лучниками. Так, поехали. Не знаю, вот я прямо в него впендюрился. И это не помогло.
Смотри, два раза я в него попал. Два раза я в него попал молотом. И нифигашеньки ему не случилось. Интересно, когда я еду на джетпаке... Уходи, уходи. Ой-ой-ой, чуть не задел меня. Не хотел бы проиграть, конечно, сейчас. Ава! Все, отлично. Мы с ним разделались. Так, копим энергию. Сейчас будем красненького гасить. Красненький. Иди сюда. Иди сюда, няшенька. Мне определенно нравится эта тактика. Она офигенная. Причем ее не могут никто заблокировать. В этом ее прелесть. Даже эти хваленые наши джетпак-боты, они тоже ничего не смогут сделать. Ну, главное в них попасть, конечно, с этим молотом. Иначе просто мы можем с вами уехать в другую сторону. Они быстрые, они-то с мечами, они не с молотами. Естественно, для спайдер-трона всяких нужен также лук. Потому что до них мы просто не достанем. Хотя, может быть, и достанем. Если у нас будет молот третьего уровня, то, может быть, он длинный ведь у нас. Вполне, может быть, даже и достанет. Так, что будем делать? Давайте клоны сделаем на всякий случай. Я не хочу потерять прогресс наш. Окей. Потому что наша задача сейчас мы просто нарабатываем с вами очки. Обучение для того, чтобы прокачаться по максимуму. Так, отлично. В принципе, ничего сложного. Сейчас мы вот от этих избавимся. Смотри. Мы от них вообще круто избавимся. Смотри, нет, не помогает. Просто таран не помогает. Давай. Ой-ой-ой, они там по своим стреляют, идиоты. Все-таки надо стараться попадать как бы им в лобешник. Давай, стреляй. Поехали. Вот так вот, типа. Вот это самый максимальный урон, конечно, наносит. Такой удар. Так, сейчас я до тебя доберусь. Просто толкание, ну, видимо, оно помогает, но не настолько сильно. Да, смотри, практически первый удар пришелся ему в лицо, но не получилось. Вот сейчас, смотри, я их тихо кучу разнесу. Я надеюсь на это, конечно. Ой-ой-ой, что-то прям... Уходи! Ой, сколько? Одного, по-моему, да, загасили мы? Один меч лежит. Я по мечам смотрю. По останкам иногда сложно определить, сколько мы загасили. Так, отлично, еще одного расфигачили. Ну, как бы да, тактика реальная, танк. То есть ты просто прешь и сносишь все на своем пути. Ай-яй-яй-яй. Двое остались. Мы специально будем стараться вот преимущественно пользоваться, конечно, только этой тактикой. Для того, чтобы нам ее, скажем так, прочувствовать по полной программе. Если будет невозможно это сделать, то, конечно же, я буду использовать лук и меч. Но только в крайних случаях. Бам! Смотри-ка, еще и не попасть по ним надо. Быстрые какие. Так, давай еще. Энергию накопили. Ба-бам! Гаси его. Все, отлично. То есть, два раза подряд, если мы в него врезаемся, то вполне себе неплохой урон получает он и сразу умирает. Поехали. Да что ж такое-то, а? А еще прикольно, когда он прыгает. Вау! Я хотел ему в лобешник дать, но все-таки молот имеет свои недостатки, потому что он короткий и он медленный. Ой, да, не очень приятно, конечно, было проиграть сейчас, ну да ладно. У меня нет большой задачи вот прям вот, знаете, пройти там максимальный уровень, это я вам уже говорил. Наша задача это исследовать эту тактику. Пока она работает. Не везде, смотри, что у нас. Вверх ногами стоит. Че, брейкданс танцуешь? Чувак, что с тобой не так? Это, кстати, я. Знакомьтесь, вот так я выгляжу. Я стою на голове. Что если мы вот этих ботов пофигачим? Ну-ка, иди сюда. Бам! Не получилось. Подожди, они сейчас прилетят еще сюда. Давай, лети. Давай, иди сюда. Получи. Давай за этим. Я его разнес. Офигенно, так, давай-ка еще попробуем. Конечно, я думаю, что есть лучше всего иметь, конечно, максимальный молот. Давай, дубась. Эй, человечишка, ну-ка быстро на лифт. Я понял. Иду. Так, Спайдертрон 5000 у нас сейчас будет стоять. Здесь у нас, в принципе, есть лук. Я предлагаю клона еще одного сделать. Так вот, играем мы почти честно с вами. Так что все нормально. Попробуем Спайдертрона вынести. С одного удара. Опа. И вынесли. И мы его вынесли. Только энергию, конечно, потеряли. Так, поехали. Бам! Тихо. А ну все сюда.
Есть! Прям в рожу. Вот я не очень любил тактику молота, когда ты просто ходишь. Потому что он медленный. А вот, вот с такой вот тактикой вполне... Ай-яй-яй-яй-яй, уходи. Зря. Зря я полез в пекло. На, получи. Все, уничтожили его. В пекло точно лезть не надо. Здесь надо напропалую идти. Вот просто, вот идешь, как бы, вот проезжаешь и поехал дальше, пока не остановишься. Пока что, мне кажется, вот так вот эта тактика, она работает. Че, все, что ли? Подожди, наверху даже никого не было там. Бу-бум, вот это неплохая победа была. Что мы сделаем дальше? Сделаем джетпак. Давайте сделаем две энергии. Пусть так у нас будет. В следующем мы с вами прокачаем второй молот, чтобы у нас был. Я не уверен, что второй молот сам по себе будет больше урона наносить. О, вот здесь мы как раз и проверим. Вот мы здесь и проверим сейчас. Ай-яй-яй-яй. Бам! Уходи. Уходим. Так, уворачивайся. Полетели. Ах ты ж, блин, а. Ты что, смотри, а это опасно, это очень опасно. Слушай, фиолеты всех разгундосили. Так неинтересно. Так, поехали, сейчас этих будем гасить. Они стоят на возвышении, и это дает нам сложность определенную. Потому что до них добраться. Смотри, это вообще там замер. Стоит. Поехали! Отлично. Так, сейчас мы фиолетово попробуем уничтожить. Под обстрелом, конечно, тяжело делать. Давай-ка вот этого сейчас избавимся. Ну чё, я иду к тебе. Бам! Нет, нифига себе, от двух ударов он даже не умер. Ты чё, обалдел, что ли? Если фиолетово подстрелит, я себе этого не прощу. Я потому что хочу с ним сразиться. А-а-а! Неплохо выносит вообще. Бам! Все, от тебя мы избавились. И опять же, эта тактика, она максимально работает на плоских поверхностях. Если всякие вот эти выступы, ступеньки, лесенки, очень сложно, конечно. В такой ситуации. Дубастик. На тебе, я тебе раздолблю. Так, погоди, мы можем, по идее, подождать, пока у нас боты прилетят. Смотри, что с тобой? О, дяденька, подайте лук, пожалуйста. Смотри, за ним прибегут, а я как долбану по ним. Давай, забирай. Кто забирает? А, не попал по тебе! Стоять, собака! Бам! Своего же забирает. Доступ запрещен. Так, кто у нас еще остался здесь? Они еще прилетят, за этим тоже прилетят. Давайте, летите, кто тут у нас? Да, я долго ждать так буду. Смотри, тут вообще разбитый, полрожи я ему разбил. Он продолжает летать. Ладно, неплохо. По зелёненьким, значит, тоже можно бить. Holy Beats, какие-то святые чего-то там. О, по-моему, у нас сейчас уровень будет с уткой как раз долгожданный. Смотри, полетели запчасти. Мы с вами качаем размер молота. Я никогда не обращал внимания, что вот эти запчасти, которые, смотри, разбитых роботов. Вон они на конвейере. Они собираются. Ставьте лайк, если сами, если тоже не видели, как я. Никогда не обращали на это внимания. Хотя, не знаю, может быть, я один такой. Так, уровень с уткой у нас. По-моему, он не очень нам подходит для использования молота. Сейчас посмотрим, потому что я неоднократно на него играл. Да. Он не подходит, потому что здесь практически все вот так вот. Они просто все находятся на утке. И нам просто нужно по ним стрелять. И все. Есть, конечно, варианты, что мы лезем туда. Так, что у нас? Спайдертрончик рассыпался, нет? На кусочки. Нет, он живой, смотри-ка. Мы от него избавимся. Так. Ой-ой-ой! Очень опасно сейчас было. Все начинают стрелять в одну сторону. Я специально не хочу подходить слишком близко, потому что у нас... Ой, уходим. Так, спайдертрон. Да что ж такое? Вставай! Очень опасно. Они все палят в одну сторону. Так. Будем от них вот так вот избавляться. Это специальный уровень для тех, кто все спрашивал. А как, что за новые уровни у нас тут добавили? Вот, смотрите, пожалуйста. Уровень с уткой. Так, этого мы загасили. Получается, у нас 6 лучников.
стреляет в нас одновременно. Ух ты ж, подпрыгнул, а. Вот негодяй. Энергия, копись быстрей. Вот сейчас ты от меня не сбежишь. Есть! Мы его сбили? Я не знаю, по-моему, он жив остался. Собака. Ну, если что, мы потом с молотом за ним придем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, на одной ножке, на одной ножке. В принципе, ну, я могу, наверное, пройти этот уровень на одной ножке даже. Потому что здесь все цели можно сбить с земли. Просто пользуясь лишь одним луком. Так, у нас внизу еще один хмырь стреляет. Тоже имеем это в виду. Попадем, не попадем. Опа, промазали. Так, сверху мы чувака сняли. Не знаю, просто постоянно перемещаться. Можно вообще понемножечку перемещаться. Ай-яй-яй-яй, прям по мне стреляют. Так, все, у нас, смотри, на земле лучник умер. Сейчас будем сбивать тех, которые наверху. Утка здесь не имеет вообще никакой роли, не играет. Просто как стенд для других ботов. Так, того мы скинули, он тоже у нас живой остался еще. Живучие, как тараканы, вот ей-богу. Все, и на шипы упал. Так, ну все, с тобой мы сейчас разберемся. Остальных тоже постреляем. Ну, в принципе, ничего плохого нет в том, что у нас такой уровень. Потому что мы, по крайней мере, с вами сможем спокойненько прокачать еще следующий навык. Энергии, пожалуйста, восстанавливайся быстрее. Кстати, для нашей супертактики восстановление энергии — это очень важный момент. Ячейки энергии и ее скорость ее восстановления. Так, выпускаем стрелу. Давай, прям в голову. Все. Нет? Слушай, я уже третий или четвертый раз в него попадаю, он все еще живой. Что с тобой не так? Все, готов, 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 готов. Так, у нас осталось, получается, вот эти несколько ботов, которые находятся наверху. Я предлагаю их просто отсюда пострелять. Чтоб нам не рисковать, чтоб нам не лезть на рожон. Тем более я на одной ноге. С одной ногой, наверное, будет сложновато немножко. У нас есть хаммербот, у нас есть, по-моему, филин наверху. Хаммербот тоже вынесли, отлично. Если я туда подходить не буду, то они даже на меня и не обратят внимания. Так, где у нас филин? Он еще какой-то... А, вон еще, смотри, Swordman стоит. Мечник. Пиу, прямое попадание. Есть, готово. Так, слушай, что мы будем с этим-то делать? У нас там этот мечник третьего уровня остался. Надо какую-то найти точку, где его видно. В принципе, вот отсюда, наверное, можно стрелять. Сейчас попробуем. Так, накопили энергию. Давай, прям в макушечку ему. Тю! Вот и готов. Вот и готов. Вау, этот человечек очень хороший. Это у нас был всего лишь уровень восьмой. Всего лишь восьмой уровень. Учитывая то, что мы с вами проходили до 33 уровня, то восьмой уровень, в принципе, вообще не имеет большого значения для нас. Так, давайте прокачаем сейчас. У нас, получается, второй уровень молота прокачан. У нас есть... Джетпак второго можем сделать, или также три ячейки энергии. Что сделаем? Давай сделаем... Третий уровень молота. В принципе, у нас есть один клон. Мы сейчас немножечко с вами читерим. Выйдем вот так. Просто подлечимся, чтобы у нас ножка была целая. Чтобы получить максимум удовольствия. Посмотрим вот с этим молотом, сколько мы сможем выносить. Так, отлично, отлично. Спайдертрона сразу выносим. Пошел отсюда. А, не получилось. Ой, уходим, уходим. Поехали. Бам! Слушай, ну по-моему, ну вот пока что мне так кажется, что действительно молот третьего уровня, он выносит на третий уровень. Смотри, смотри, смотри. Палят по мне. Ой, палят. Опасно. Прям опасно туда идти на самом деле. О, поехали вот этого попробуем сейчас уничтожить. Бам! Отлично. Сработало круто вообще. Так, бомбы у нас летят. Поехали как к этому. Сейчас мы до тебя доберемся. Не хочешь ты к нам идти, мы до тебя дойдем. Чтоб ты нам не мешал своими пуколками. Есть! Бей, 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 бей! Уходим, уходим, уходим! Ай, вставай, 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 мой родной, беги! Я не знаю, кто-то за мной идет, не идет, но я на всякий случай свалил. Фух, надо отдышаться и от лучников, наверное, поотделываться. Пока они стоят. Неподвижны. Так, сбили одного. Но он, по-моему, остался жив у нас. Что, в общем-то, нам особо погода-то не делает. Все равно будет стрелять. Так, здесь промазала стрела.
Черт, ну ладно, берем, короче, молот и пошли, поехали. Будем сейчас валить их, смотри. Зодик, давай сейчас попробуем. Давай. Ну только не прыгай, ну пожалуйста, не прыгай. Промазал, 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 уходим. Так, уходим, уходим, уходим назад. Черт, а? Смотри-ка, своего же. Давай. Пока они на выгодной позиции стоят. Так, ладно, этого разнесли. Фиолетовый остался у нас. Это по тебе-то свои стреляют, смотри-ка. Давай! Нет-нет-нет, увернулся. Не вы... Я так и знал, что когда-нибудь это случится. Блин. То есть порядок действий, когда мы играем за эту тактику. Мы с вами должны сначала вынести всех лучников. Потому что это наша самая большая опасность. Лучники — это наша самая большая опасность здесь. Слушай, я промазал. Офигеть. Что ж такое творится? Так, и это тоже у нас жив. Есть. Слушай, его насквозь прям пронзила стрела, а он все еще живой. Что же это за киборг? Все, готов. Так, сейчас этого снимаем. Перед стрелами я безоружен. Стреляй, стреляй, стреляй. Да ё-моё! Чёрт, а. Он когда наводит, он сбивает прицел. И это очень плохо. Да, вот так вот мы с вами оказались заложниками тактики, которую сами же и выбрали. Так, давай, стреляй. Опа. Слушай, он еще до сих пор живой. Все, я за тобой иду. Я манал вообще. Не хочешь ты ко мне идти, я к тебе приду. Собака! Все, мы его разбундосили. У нас остался один фиолетовый. И штаны летают на трамплине. Ништяк, давай, иди сюда. Один на один. Молот против меча. Посмотрим, кто кого. Бам! Ясен пень, кто победил. Так, у нас 9 уровень. Кто-то писал в комментариях, если ты подпрыгнешь, будешь смотреть наверх и при этом активируешь джетпак, то у тебя бот твой полетит наверх. Нифига, нифига это так не работает. Спайдертрон 5000 у нас. Давайте сделаем клона. Сейчас для нас это важно. И у нас много сейчас будет лучников. Этих лучников будем сейчас уничтожать. Самое интересное, мне попробовать эту тактику против ребят с джетпаком. Потому что для меня лично они вызывали максимальную проблему. Ба-бам! Ой, кто-то меня порезал. Кто-то порезал меня нехило причем. Так, с палитронами пошли разберемся. Благо, с ними вообще проблем нет никаких. Да что ж такое, бей! Уходим, 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 уходим. Еще одна бомба. Так, все-таки прыгать надо. С земли мы просто до них не достанем. Да что ж такое-то? Да бей его уже! Твою ж налево беги! Вали! Бомба меня спасла! Так, вон они идут, вон они идут. Он завалился, кстати. Наш бот завалился. Я пройду здесь. Ох, ты смотри. А, это тупик! Это тупик, это хреновая тактика была. Давай, 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 толкаем их. Отлично, смотри, вот прям двоих сразу. Эта тактика, она очень хороша, когда есть... Скажем так, узкий какой-то проход, и тебе нужно уничтожить врага. Вон, спайдер-трончики наши опустились. Опустились. Маугли идет за тобой. Да давай, получи уже. Ой-ой-ой, я остался без ноги. Вставай, 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 вставай. Стрелы могут тебя уничтожить. Бам. Есть. Так, у нас остались одни лучники, насколько я понимаю. А луком я воспользоваться не могу, потому что у меня отрезала ногу. Логика, ребят. Логика офигенная. Ногу отрезала, значит, луком не можешь воспользоваться. Упс. Пам-пам-пам-пам. Так, загасили. Кто еще? Вон еще там у нас лучники остались. Один остался. Здесь мы не пройдем с вами. Поехали. Ладно, у нас, по крайней мере, есть джетпак. Мы можем быстро перемещаться, если что. Я так полагаю, один лучник у нас остался. Наверху лучник скопытился. Он там на входе был самый. Так, мы сейчас едем к лучнику, который находится у нас... Ой-ой-ой, тихо. Сейчас мы к нему вот так вот подъедем. Подрулим к нему. Давай, стреляй. И вот и я. Бу-бу. Готов, молодчик. Так, поехали. Я предлагаю обойти эти шипы, чтобы на всякий случай не попасться на них. Так, это у нас третий молот. У нас джетпак первого уровня и две ячейки энергии. Самое интересное будет, когда у нас будет третий молот, у нас будет побольше энергии,
Смотри, третий молот у нас, джетпак второго уровня. Давай сделаем еще энергии. Вот так. Еще энергии делаем. Опять же, 4 им немножечко. Вот так, перезаходим. Все, отлично. Новенький. Как новенький? Ну, уже сейчас я могу сказать, что, в принципе, тактика реально себя оправдывает. Смотри. Бам! Ой-ой-ой-ой, а чё вы все разошлись-то, придурки? Нифига себе, меня колбасит. Давай, Спайдертрон! Вставай, 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 вставай. Слушай, я так не смогу его загасить, потому что он будет под меня все время копать. Я не могу по нему попасть! Я просто не могу по нему попасть. Поехали. Па-бам-барам-пам-пам. Все. Так, ты у нас остался. Я еду за тобой. Смотри-ка, на роликах любви. Промазал, промазал. Каюсь, каюсь. Так, ну что, рискнем? Нет, у нас там один вот этот хрен. Ой, вставай, 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 вставай. Всех раскидывает. Вставай, тебя сейчас убьют. Ни хрена себе, по-моему, меня порезали чем-то. Поехали отсюда нафиг. Ты смотри, тварь какая, а. Я предлагаю съездить наверх. У нас там лучники должны быть. Мы сейчас до них доберемся. Один, что ли, всего остался? А все остальные куда делись? Их перестреляли, что ли? Пока я там замахивался. Офигеть. Пока я замахивался, он умудрился в меня начать стрелять. Так, луком я опять воспользоваться. Прикинь, не могу, потому что мне, видимо, сломали руки. Ой, прям на них! Ой, как жаль, а? Ты смотри. Прям в воздухе меня порезали. Не знаю, до джетпаков мы с вами должны дойти обязательно. Как без джетпаков-то вообще невозможно. У нас один, что ли, остался всего лишь? Мы спайдертона наваляем. Ой, смотри. Привет. Ты какой живучий, а, скотина. Спайдертрон. Смотри сюда. Ой, не туда попал. Уходим. Давай, давай, закидывай своих друзей там. Стреляй, 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 стреляй ему в глаз. Не накопилось, не накопилось еще энергии. Все, выпустили. Но промазали. Эй, боты второго уровня, они умирают. О, все. Вот теперь я до тебя доберусь, тварь. В общем-то, добрался уже. Так, ладно, поехали, счеты пойдем сводить. Сейчас я тебя расколбашу за все тебя там счет. Так, смотри, двое прыгают у нас. Пого дэнс! Па-бам! Так, не сработало. Два толчка даже молотом третьего уровня не помогли. Потому что, видимо, молот третьего уровня не имеет большого значения в плане толкания. Что первый, что второй, что третий. Главное, это именно попасть в лобешник. Вот так вот, смотри. Победушка. Так, у нас все нормально. Ой, он говорит, надеюсь, человечка гордится, что он так далеко зашел. Ну, да, 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 горжусь, почему нет? Теперь вечеринка наверху где-то там. Окей. Давайте сделаем клона себе, чтобы по максимуму можно было подольше играть. Следующий мы прокачаем с вами джетпак до третьего уровня, до второго уровня. Вечеринка наверху. А, эту вечеринку я знаю. Вот у нас джетпаки, вот джетпаки пошли. Вот с джетпаками мне очень интересно, конечно, попробовать свои силы. Давай. Бам! Ничего вообще не могу сделать против меня. Ты посмотри! Все, твари, я нашел ваше слабое место. Ой-ой-ой, тут мне прям, по-моему, прям по ногам прям мне стрельнул. Сейчас мы с ними разделаемся и пойдем наверх. Чтобы там боты у нас будут. И, по-моему, хаммерботы тоже у нас там будут. Недостаточно энергии, смотри. Так, в голову прям. Все, готов? Готов. Свалился. Так, энергия, давай уже расти. Смотри, а прям как из пулемета стреляет-то. Все, голову снес ему. По-моему, лучников у нас больше не осталось. Поехали наверх. Ой, сейчас интересно будет. Энергия очень медленно восстанавливается. Нам нужно будет сейчас прокачать еще восстановление энергии. На втором этаже обычно у нас хаммерботы бывают. Мы попробуем сейчас их вынести. Привет. Ой, всего лишь ты, что ли? Да без проблем. Ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну как это вообще возможно было? Вы мне можете объяснить? Как он мог меня так рубануть?
Я же защищался супермолотом. Видимо, даже супермолот особо... О! Вы откуда у меня появились такие красивые? Слушай, это неожиданно было. И вон этот еще у нас бегает тут. Ну, давайте. Давайте, сейчас попробуем вас загундосить. Вот сейчас прям, смотри, вдоль стеночки. Выстраиваемся, ребят. Шеренгу, я сказал. Шеренгу! Ба-бам! Бам-бам-бам-бам! Че ты можешь противопоставить? Против этого... Как это возможно было? Это нереально. Это просто нереально, потому что у меня был молот. Как он смог сквозь него пробить? Да. Ну, что я могу сказать, что я могу заключить? Реально, тактика очень крутая, но пользоваться ей одной не всегда удобно. Даже в плане, вот смотрите, дронов с мечами. То есть это не стопроцентная защита от них. Он причем сейчас бил, он не где-то сбоку бил или сзади, он бил прямо мне в лоб. В тот момент, когда у меня молот был выставлен перед ним. Так что каким-то образом все-таки он может дотянуться. Причем длина мечей везде одинаковая. У всех ботов длина мечей одинаковая. Но в любом случае я благодарен вам за советы, которые вы даете в комментариях. За то, что предложили такую тактику. Мы ее попробовали, мы посмотрели. Она реально крутая, особенно против врагов, которые кучкуются. Против лучников она не актуальна, особенно если они стоят наверху. Ну как ты там будешь их таранить, не сможешь. Но вот если кто-то там в кучке бегает, нормально пробиваться вот так вот сквозь толпу — вообще самое то. Вкупе с мечом, с луком и другими фишками, я думаю, что тактика классная. В любом случае, спасибо большое, что смотрели. Если вам серия понравилась, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить продолжение. С вами был Маугли, это был Clone Drone in the Danger Zone. Увидимся в следующем видосе, а пока что всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.